Оба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Angry Birds Epic, братишка. Сразу, просто молниеносно поставь лайкосик, давай наберем 1000, что-то мы не можем набрать. Что на позапрошлом там 900 лайкосов, что на прошлом 800, братишки, давайте. Давайте чуть-чуть хотя бы, знаете, сделаем приятно, при том уже как бы пятница, понимаешь, пятница, она... И уровень 13, о господи, что у меня в моей голове, пятница 13, почему-то у меня... Вчера был Хэллоуин, кстати. Черт, вообще, просто рандомные слова, друзья, какие-то, по-моему, говорю. В общем, всем приятного просмотра, приятного аппетита. Как ты видишь, я заряжен, как бы, бодростью такой, всякую фигню начинаю нести. И спасибо, друзья, за комментарии. Реально, потому что многие мне написали. В общем, жулики, птица, дождь обязательно надо купить. Притом, друзья, они офигенные. Вот эти вот классы, вот эта вот одежка, да, она дает, ну, вот просто невероятно. Давай зайдем мы, конечно же, с тобой на вот эту вот полянку, на наше, так сказать, логово. Вот это вот у нас два яичка уже. Вот, все, можно уже сделать нормальный такой сытный обед. Но нет, это как бы... Как бы детки наши, так что не-не, пацаны. Короче, вот этот вот свин Хрякович оказывается за нас. Ты заметил, да? Он как бы поросенок, но он старается быть как птица. То есть, видишь, у него клюв там, этот, ушки такие, но не спрячешь, не спрячешь. Даже вон вижу, блин, не скрыл свой хвостик маленький. Короче, мы с тобой заходим вот сюда. Мне чуть-чуть не хватает золотых, но я думаю, в следующей серии мы с тобой обязательно откроем, посмотрим 10, в общем, легендарных. Легендарная должна быть обязательно, обязательно вещица какая-нибудь. Итак, одно бесплатное вращение, друзья. Учебный меч. Боже мой, ну почему? Ну почему? Полная фигня вообще сыпется. Короче, мы заходим с тобой вот сюда. Мне сейчас очень-очень интересно. Итак, что мы с тобой купим? Мне написали, что самурай вот вообще каждый просто мне стал говорить. Типа, самурай, без самурая ты не пройдешь. Типа, то, что вот как если ты без доната собираешься, ты не пройдешь ни в коем случае без самурая. Поэтому я насчет него сейчас подумаю, друзья. В общем, самое важное, видишь, выбранная птица получает на 50% урона меньше. Остальные птицы на 40%. Вот в чем прикол. То есть мы намного меньше урона будем получать, поэтому... Но пока я самурая, наверное, не буду покупать, хотя его, по идее, лучше бы прокачивать, потому что, видишь, там всякие различные бафы. Ну-ка, вот у этого какие там, смотри, пассив... Ух ты, ух ты, ух ты, вот это уже что-то интересное, ну-ка. У этого 10%, 10%. Каждая атака восстанавливает здоровье в объеме 15%, а у самого крутого наносит 150% урона оглушенным врагам. Боже мой, ну это слишком, по-моему. Так, обязательно надо нам купить птица дождь. Кислотный дождь наносит 32 единиц всем врагам. Цель получает 57 единиц урона. Целебный дождь снимает все негативные эффекты с цели. Исцеляет всех птиц на 42 единиц. Вот, это очень здорово. Я думаю, мы с тобой обязательно сейчас купим. Да, все, давай, выбираем. Улучшение, конечно, я хочу посмотреть. О, смотри, там почему-то вопросительный знак. Одержимая птица дождь. Итак, тут у нас пассивно игнорирует урон сверх 80% от максимального здоровья. Ну, тут просто баф. Так, короче, Матильду мы с тобой пока не трогаем. Бомб у меня самый просто любимый, потому что он очень-очень наносит много урона. Но теперь и насчет вот этих вот маленьких птичек. Потому что смотри... Также 112 единиц, заход, кексовая ловушка. Заставляет всех врагов атаковать выбранную птицу, получая назад 100% от нанесенного урона. Я думаю, это тоже купить. Короче, берем все. Пацаны, надо все брать. Блин, мне это все, конечно, вообще прикалывает. Но единственное, что у нас с самураем пока что у нас не хватает, к сожалению. Но я думаю, вскоре придется брать. Очень даже скоро. Мне даже написали то, что ты третьего босса уже без самурая не пройдешь. Но до третьего босса, друзья, далеко еще, далековато. То есть, понимаешь, третий босс, вот он где. То есть, это вообще где? Там у нас еще, смотри, блин, какая просто большущая карта. Смотри, какая она здоровенная. Но это и хорошо, друзья, то, что, блин, игрушка быстро не заканчивается. Вот. Так, мы, конечно же, перебираемся наконец-то сюда. И сейчас мы с тобой посмотрим, каких птичек взять. Потому что, ну, блин. Так,
Во-первых, Матильду, наверное, мы с тобой не берем, потому что для этого у нас есть Чак. 97, 98, 101 с ним. Во как. А если просто Матильду 60, 96, 93. Так, угу, вот так вот. В общем, для... Рыцарь, короче, пока так, друзья, идем. Бомб, он крутой, он капец сколько урона наносит. Плюс у него баф на урон есть. Вау, смотри, что это за маленькие свинки. Маленькие пигмеи. Натиск наносит, ну, не так много, но они, получается, в три раза увеличиваются, потому что их трое. Буйство, пассивно увеличивает силу атаки по мере заполнения перца ярости. Вот это прикол, то есть... Ты понимаешь, у меня перец будет заполняться, и они такие, у них урон будет заполняться. Вот это прикол. А это кто такие? Пигмеи-стрелки. Капец. Призывает на помощь пигмеев-стрелков. Вау. Так, надо что-то делать, друзья. Короче, так, снимать все негативные. Так, окей, что у нас еще у этой есть? Наносит 250 единиц. Снимает, заставляет всех врагов атаковать одну. Так. Так. Что будем делать? Неужели на нашего братишку придется... Так, стоп, а дождь, он получается... Что еще? 42. Так, во-первых, давай вот так вот попробуем сейчас. Все, они сразу, смотри. Колючка, смотри, какая крутая. Вау. Это еще можно сделать у Чака. Ну, такую, знаешь, штуку. Электричество. Вау. Это, конечно, интересно. Так. Офигеть, они на всех действуют. Супер. Так, ну, атаку надо было сразу, наверное, применить. Так, цепная атака. Давай посмотрим сейчас, что будет. Минус 17. Даже чуть больше. Так, перец запрещено использовать. Вот так поворот. Так, раз. Вот такой вот у нас. Так, сейчас мы с тобой проверим вот эту штуковину. Фу, какая-то липкая штука. Где вы ее, блин, надыбали? Так, и я думаю, применим. Давай. Угу. Отлично. Ну, довольно, знаешь, тревожно. Потому что, ну, ты видишь, что урона они, блин, наносят нехило. Все, готово. 169 к... Неплохо, друзья, мы с тобой, ну, получаем такое, на самом деле, конечно. Пока что это не так особо мне... О, маг. Так, мы не можем войти. Блин, чтобы туда пройти, нам получается, друзья, надо это все... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там какие-то свиньи еще жуткие. Нежить. Восстает через 23 хода после... Ну, 2-3 хода, в общем. Так, друзья, сейчас, секунду. Давай посмотрим. Награда 3 какие-то эти штуки. В общем, цель также получает 114 единиц урона за ход. 38 единиц. То есть, ну, неплохо. В течение 3 ходов. Давай, начинаем. Пока что Тимон там играется, блин. Продолжаем, пацаны. Ух ты, блин, посмотри на этого хряка. Стэнли Вонючка. Ам-ням-ням. Зарядка в течение 2 ходов наносит 456 единиц урона, восстанавливает 75% здоровья от нанесенного урона. Воскрешается про происшествие 3 ходов после смерти. Чего, блин? Не, ну понятное дело, что он тут, слава богу, один. А если этих Стэнли вонючек штук 3 будет, это же просто нереально. Так, давай подумаем, что нам делать. Потому что это какой-то капец. Так, во-первых, давай вот так вот делаем. Так, норм. Дальше это у нас хилочка. Вот так вот давай сделаем. На бомба, наверное. А какая разница? Не, нам... Не, на бомбу, по идее, конечно, можно. Так. А ну-ка вот так вот сделаем. А, он сразу, хоп, сменил, так сказать, траекторию. Так, раз. Сейчас проверим. Стоп, секунду. Там просто цель. Наносит 4 фигуры. А, ну нормально, он на одного. Я уж думал, если честно, на группу почему-то.
Так, 172, нормаль. Так, он сейчас ударяет. И он убивает, блин! Так, я понял. Я понял, пацаны, нам срочно нужен самурай. Ой, блин! Боже мой, ладно. Ладно. Так, раз. Перец у нас, слава богу, заполняется чутка. Но, правда, что он тут у нас заполняется? Он сейчас... Так, раз. Заполнится хоть? Отлично, заполнился. Так, начинаем. Давай. Ну, блин, проблема в том, что у него атака, видишь, слабая. 38, 33, 38, 33. Блин, он вообще, блин... Ай, блин! Все, понял. Все понял. Так. Это плохо. Это очень-очень Леонардо... О, что-то интересно слушать там, нифига себе, второй части. Так, ты хочешь прервать это сражение? Да. Да, я понял, друзья. Это... Пока нам... Берем Чака. Все, без него сейчас уже никуда. Я уже понял, друзья. Хорошо. Итак, переходим сначала сюда, чтобы одеть его как-то, хоть что-то. У нас там есть сырная палочка на него, поэтому он... Так, рыцарь у нас есть. Урон снижается на 55%. Так, вот, 55%, а у этого на 40%. Ну, это, кстати, круто. Аура стойкости, всем птиц. Хорошо, птиц. Так. Да, вот как-то так. Все правильно, все отлично. Итак, друзья... Кстати, награду я уже получил за ноябрь. Да, там 25 серебряных, да. Я так и не получил золотую, блин. Это довольно печально, обидно. Итак, мы выбираем с тобой... Так, бомба нас этот лечит, конечно же. Можно как-то 98, 102. Так, а что, он стоит ли нам... Получает 57, снижает все, незамедлительно выполни 5 атак своими птицами. Либо мы можем нашим вот липкая слизь заставлять всех врагов атаковать в выбранную цель. Но, если честно, вот это вот неплохо. Давай-ка вот это. Так, а сколько у нас хп, кстати? 374, 417. Ну, по-любому надо, конечно, бомба. Так, погнали, друзья. Сейчас вот каждый... Теперь скоро уже надо тактику, видишь? Каждому боссу. Итак, во-первых, конечно же, вот так вот делаем. Потом ауру стойкости пока не применяем. Это пока не нужно. А он, блин, этого сейчас будет атаковать. Это, конечно... Ну, ничего. Так, норм. Теперь идем вот сюда. Вот. Раз, два. 193, 114. Сейчас он его атакует и смотрим... Вот, другое дело, другой просто разговор. Единственное, он сейчас лечиться не будет, видишь, в чем проблема. То есть... Да, это маленькая, конечно, проблема, которая вот... 132, 193. Угу. Давай, хоп. В течение скольких ходов сейчас я еще раз почитаю, друзья. Трех ходов, то есть это как бы нормально. Это, видишь, фу, блин, ну этого хряка, это, конечно, противно. Так. Давай-ка вот так вот сделаем. Раз, два. 155. Все, он начинает атаковать, конечно, Реда, но, слава богу, не убивает его. Только единственное, видишь, лечиться, вот это самое проблемное. Так, начинаем. Раз. Вот, тихо. Сколько у него там остается? 673. Так. Сейчас. Наносит 254 единицы. Одной семьи оглушает на один ход, снимает все полезные эффекты. Вот это здорово! Да, советую как бы вот так вот и сделать. Перец применяем. Ну, слушай, неплохо сработано. Так, раз, 318 рассеяно. Ля, и вообще хорошо. Так, все, добивалочка. Раз, два. Все, хряк. А он еще там что-то хотел, кстати. Смотри-ка. Ну, на 3 звезды мы можем... Вот,
не стоит, не стоит прям уж так как-то это, потому что... О, и то получили, офигеть, ну это впервые в жизни, я тебе скажу, нет, серьезно. Как-то это вообще прям удивительно, что вот так вот получилось у нас. Действительно удивительно просто. Итак, у нас открылась какая-то вот эта новая штука. Рогатка с прицелом. Притом они, смотри, какие крутые. Но нам нужно обязательно самурай. Или самурай пока... Пока, по идее... Да нет, ну, если честно. Рогатка с прицелом. Итак, ракета-сюрприз. Есть, смотри-ка. Форма для кекса. Это притом только мастерская. Понимаешь, в чем проблема? То есть, как бы... Ну... Ладно, надеюсь, мы чем-нибудь выбьем. Итак, тут уже мы с тобой можем Чака спокойно взять, да. Так, ну, насчет, конечно, вот Реда надо подумать, надо подумать. Самурай нужен все-таки, блин, как я быстренько раньше, помнишь, я говорил, типа, да нет, не нужен, наверное, Чак как-то. А в итоге, блин, фиг там, нужен еще как. Кстати, тут вот тоже можно спокойно менять их. Излечение. Так, в течение трех ходов цель также получает 59 единиц. Ну, а мы уже тут все, как бы, такие, знаешь, 155, взрыв наносит. Вот, я думаю, тут 57 единиц урона, но он хилит. Ну, это важно. Короче, пока вот такая вот у нас. Если честно, я раньше такой думал, да, это круто, когда бонусные вот эти атаки там в течение ходов, я ничего не делаю, они там в течение трех ходов там урон получают, но чё-то, блин, последнее время как-то мне это... Капельки, так, норм. Так, ну, больше всего, конечно же, у нашего братишки, давай его. Надо реально все-таки... Ой-ой-ой-ой-ой. Гады, блин. Свинья. А я какие-то, смотри, этих чуть побольше, что ли, лесные пигмеи. Да нет, вроде. Орут еще так. Так, пора полечиться, я думаю. Так. Жалко, цепной не было. Мастерство уровень 2. Вот, видишь, они теперь на других как бы атакуют. Так, так, давай делаем. Так. Вот так. Да, конечно, для нашего братишки, блин, для бомбы это что-то вообще маловато лечит. Он как бы в живых остается, но все-таки уверенность должна быть какая-то. Что мы с тобой хоп, вот так подлечимся, а в итоге это вообще... Чисто вот эти капли, правда, спасают нас. Спасают. Хотя бы не умирает бомб. Уже что-то. Так, хорошо. А мастерство повышено. Видишь, мы с тобой повысили на 2%. Там уже больше. Так, идем дальше. Смотри, тут какая-то ракушка открытая. Итак, давай-ка немного по-другому. Мы с тобой сила 108 уже. Вот. Увеличивай силу атаки по мере заполнения перца ярости. Итак, у нас есть драчун. Зарядка в течение трех ходов. Наносит 246 единиц урона с шансом 100%. Оглушит цель на один ход. И, ну, шаман-то это ладно. Конечно, но он тоже восстанавливает. Да, это мне не особо жалко. 4 нельзя птички. Выбрано слишком много птиц. Да я бы всех, если честно, выбрал бы. Что-то как-то мне это так себе. Итак, то есть он еще и будет оглушать. Так, наносит кислотный дождик. Немедленно выполнит это так. Так, но у этого самое прикольное то, что у него, да, кексовая ловушка. Почему кексовая, не знаю. Там какой-то венок такой этот. 21 единиц, здоровье птиц восстановлено. Давай чисто попробуем как-то вот так вот, что ли, зли... Так, вот так вот, да. Лекарство Матильды исцеляет цель, всех остальных на 39 единиц. Не-не-не-не-не-не. Все норм. Ну, давай так попробуем. Так, погнали, друзья. Сейчас посмотрим, что у нас получится. У нас три этапа, как всегда. Итак. Давай, наверное, вот сразу на этих птичек. Так, здесь у нас... давай на этих. Есть. Можно сразу на Реда, чтобы они, знаешь, агрились. И это было бы здорово. Давай-ка сразу. Только щит. Надо было щит сразу. Так, ну ничего. Ладно, плюс... Протестируем, так сказать, посмотрим, что будет.
Так, перчик ярости. Раз, два. И тут уже потихонечку мы с тобой будем. Вот ему главное хпшек бы побольше. То есть, видишь, они в два раза... А, минусу... Во, какая проблема есть маленькая. То, что они маленький вообще урон-то наносят. Теперь. Так. То есть, по идее... Опа, она глушит. Она еще глушает, нормально. Блин, надо посмотреть. У нее эта штука, видимо, оглушающая, да. Так, тут мы с тобой вот этих вот давай. 106. Так, есть. Теперь потихоньку. Но это, знаешь, это такой супер, как бы, наверное, такой медленный способ. Долгий такой, но продуктивный. Работает, работает. Вот, вот это сейчас посмотрим, что это за хряк. У него сыр такой. Да, три хода, в общем, у него есть. Итак, друзья. Первым делом мы с тобой, наверное... Давай вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Все, он как бы уже готов. Наверное, вот этого стоит с самого начала. Видишь, да, он его будет сейчас 100% оглушит цель. Но урон главное, чтобы небольшой такой был. Так, давай вот так вот. Так вот. Так вот. Отлично, и на него, слава богу, эти штуки действуют. Это хорошо. Так, минус 9. Норм. Эти, так я понял, лесные пигмеи призывают на помощь лесных пигмеев. Ладно, окей. Так, оки-доки. Итак, ну тут у нас по-любому придется вот это применить. Слава богу, по этой свинье 460 единиц. Ох, неплохо, неплохо. А у как, ну-ка. С максимальным количеством здоровья, здорово. Так, теперь вот этих вот гадов надо-то, по идее, блин, уже валить, а то что-то они распоясались. Да, он ее оглушил, нашу птичку Реда. Да, вот этого, конечно, проблема, то, что они сейчас вообще, по-моему, до бесконечности будут. Так, давай, давай, знаешь как, погоди. А, они все равно Реда сейчас будут атаковать. Проблема в том, что у него... да, это, конечно, беда. Так, минус. Надо ему щит обязательно делать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, сработает ли? Да по идее должно. Пока, так, смотрим, они атакуют. Никто. Так, все, начинаем, начинаем. Тут, блин, этих надо по-любому. Так, у кого хоть поменьше жизни. Так, вот этих вот давай. И тут надо вот этих вот. Есть, оттопырились они. Так, минус почти. Капец, друзья, мы с тобой на волоске тут. Ага, норм. Все, начинается сейчас призыв, видишь. Блин, они, офигеть, да вы офигели что ли. Так, все, срочно, раз. Давай хоть хотя бы так сделаем. Так, перчик у нас есть. То есть мы уже можем перчик применить. Но я его, естественно, не буду применять. Надо нам вот этих вот раз раскатать. Ну, они призывают, да. Но ничего страшного, мы их быстро сейчас. Мы их быстро, друзья. Есть. Мастерство у нас есть. Отлично, мы восполнили, как ты видишь. Но это, знаешь, это такая долгая, как бы... Такая деликатная, можно сказать, игрушка. Вот этот вот мы выбрали с тобой. Стратегия такая. Так, давай вот сюда, вот сюда. Вот все, хорошо. Сейчас они, конечно, будут атаковать. Но уже чуть-чуть осталось. Так, раз. Раз. Так, раз. И раз. Отлично. Все, ханаем.
Зато у нас почти полный хп. Ну, я тебе скажу, что-то вообще мы с тобой нормально. Так, а что этот делает? Погоди, он с ней снимает с нее все полезные эффекты. Не-ка, давай-ка, наверное, вот этот вот, чтоб на шамана он, да, сейчас пойдет? Да, видишь, на шамана он пошел. Так, давай, чтоб он все оглушил. Притом она, смотри, оглушает Матильда. Я не знаю, каким образом, но она оглушает. Там у ней, конечно же, какая-то сумка вот эта, или что это вообще? Так, раз, два, пацаны. Все, минус. Этот хряк. Мы его, кстати, быстро еще победили. Минус 8, минус 8. Так. Оп. 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 Сейчас он хоп. Сразу. Раз. У нас еще, видишь, перчик копится. Это хорошо. Норм. Есть. Все, они уже... уже мертвы, можно сказать. Они... нет еще! Блин, там прошла, прошла это. Ну ладно. Так, на кого, блин, перчик? Надо было, наверное, восстановить. Угу. Отлично. Так, погоди, а он что ли... кое-что вот я не посмотрел, то что вот очень важно. Очень важно, ребята. Так, вращаем колесо. Вращайте барабанцы. Отлично. Здесь мы с тобой все сделали. Ой, друзья, кстати, вот я забыл. Вот, вот чуть-чуть поправить, поправить. Ну, ладно, ничего страшного, но все равно картинка. Мастерство повышено. Отлично. Блин, надо будет реально. Так, ну-ка выплевывай, давай. Да блин, не то ты выплевываешь. Другой бы лучше выплюнул. Итак, ну-ка дай-ка мне кое-что посмотреть. Можно, да, нажать сюда? Давай нажмем. Погоди, написано. Короче, наносит 250 урон одной свинье, оглушает на один ход и снимает с нее все полезные эффекты. У яйцо с сюрпризом. Погоди, а почему же он тогда три яйца как-то... Ой. Короче, друзья, на этом мы с тобой пока что закончим. Если тебе понравилось, обязательно ставь лайкосик, бро. Мы в следующий раз, конечно, постараемся намного лучше как-то так сыграть. И самое важное, следующую серию не пропусти, потому что мы будем с тобой выбивать вещи из свиньи. А на этом все, бай-бай, дорогой.